Александр, да? А вы не боитесь, что такие популярные интернет-персонажи, как, например, Макс плюс 100-500, как, например, Айзиш, Мразиш, вот конкретно в вашем случае, или Таджик Джимми, вытеснят когда-то вас с телевидения? Вы знаете, Иван, меня больше пугает, что люди, о которых вы сейчас говорили, мне вообще неизвестны. Кто это? Александр, да поверьте мне, вы узнаете очень скоро об этом, когда человек, который поймал собственную рыбу, неожиданно для самого себя, находясь в лодке, будет популярнее гораздо в нашей стране, чем человек, который ударил женщину на сцене Большого Кремлевского дворца. И что же делать? Пригласить сюда экспертов. У нас есть эксперты по этому вопросу. Это Макс плюс 100-500 и Андрей Бочаров. Давайте поаплодируем. Здравствуйте, Макс. Здравствуйте. Андрей. Добрый вечер. Прошу вас. Ситуация действительно напряженная. Мы прекрасно знаем, ваши ролики собирают в интернете колоссальное количество просмотров. Ваши фанаты пишут колоссальное количество отзывов. Скажите, пожалуйста, что будет в финале? Победить телевидение или интернет? Или это вам что-то другое общее перельется? Ну, по-моему, мне кажется, такой будет некий симбиот. В общем, телевидение и интернет вместе. Какие-то... Вот сейчас даже уже так и наблюдается. Со мной случилась такая вещь, что я не полностью, конечно, но из интернета перебрался на телевидение. Конечно. И работаю на два фронта, получается. И ну, вот в интернете отсутствует такая некая такая жестокая цензура. Я с телевидения перебрался в интернет, и с интернета перебираюсь потихонечку в водопроводчик. За реальной профессией сила. Я предлагаю вам посмотреть пародию на самые популярные проекты этого года в интернете. Андрей, в пародии, которую мы будем смотреть, вас нет, потому что вы над схваткой. Итак, друзья, наступил 2012 год, а 2011 прямо сейчас весь интернет контент на нашем экране. Я хочу, чтобы ты обломал меня. Обломай меня полностью. Ты сможешь? Обломай меня полностью. Ты хочешь обламываться? Зря. Но ты не издевался надо мной. Ты не заставлял меня читать стишок. Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Я тебя прошу. Дед, пошли отсюда. Я тебя прошу, пожалуйста. Я тебя найду, я тебя догоню, я спортсмен. Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Здорово! С Новым годом вас, любители, повтыкать в ящик. По этому поводу всем подарки. Вот он! Вот он, подарок моей мечты! Вот она! Вот она! Мазь! Мазь здоровенная! Вот она! Связь! Связь! Вот! Ребята! Как можно радоваться свитеру с оленями? Я понял, это его слепень в нужный момент кусает. Вась! Вась! Гляди! Власть! Ну, хоть кого-то Дед Мороз не обманул. Следующее видео снято в 87-м году. Прикиньте, Ютьюба еще не было, а дебильные видосы уже снимали. Зачем? А теперь, ребятки, давайте позовем Дедушку Мороза. Подалки надо! Очки надо! Насатырь надо! Что за... Это что за утренник такой? Где баянист? И это еще не все. iPhone 5 надо! На дерево, на дерево, на дерево! Мать! Шестон! Фобус Грун! Мать, козел! Убить меня хотел? Грунтажер чугунный! Ты по правилам летаешь! Мать! Ребят, ну это просто полный... Максим! Максим! Максим, поскобли маме пятки! Мама, ну мы с ребятами снимаем! Тогда подай маме мочалку! Ну и напоследок новогодний баян от группы «Стекловата». Это все. С вами был интернет.
Пока. Оценкам британских ученых, глубоко в интернетах Земли лежит 100-500 миллионов баянов. В них мопеды, объявы, стрекозы, их к успеху ведут пацаны, но не дойдут. Это печально. Новый мир. Наш народ розовые блоги, я цуп. В рот мне ноги. В Новый год. Новый год. Большая разница. Ну что-то я не могу понять, Андрей. Ну вы вот так вот смотрели, вы узнали все те ролики интернет, на которые мы делали пародии? Вы их смотрели? Ну, я узнал, наверное, большинство. Свидетель очень похож. Свидетель из Фрязино очень похож. Да, прототип. Хорош просто. Почему думаете, вот таким вот, ну казалось бы, что мы первый раз радуемся рыбе? Не первый. Давным-давно пошло, когда радовались рыбе. А почему вдруг такая популярность вот именно в этом ролике? Ну, потому что он наконец-то поймал эту рыбу. Он ее, наверное, всю жизнь искал, выслеживал ее. И, наконец, поймал вот эту самую искреннюю реакцию. Он мне по-другому объяснял. Он сказал, что не прошел аттестацию и в такой депрессии легкой ходил. И тут совершенно неожиданно для себя и не на свойственную наживку, то есть там, скажем, то есть руку мотыля опустил, на пустой крючок поймал и закричал «Ясь!». И вот его, отсюда, то есть что продается в хорошем смысле? Искренность, голая эмоция. Что нужно для того, чтобы быть популярным в интернете? Маленькие котята и кошечки. Маленькие котята и кошечки. В интернете, да, и детские песенки. Я посмотрел по статистике, детские песенки в интернете набирают там огромные миллионы просмотров, все из-за того, что детям очень нравится смотреть все по 150 миллионов раз. Мне кажется, вот 1 миллион просмотров у видео с детской песенкой, это один ребенок. Это 6 человек посмотрели. Нет, один ребенок, наверное, посмотрел. Мама еще раз. Я соглашусь, что коты завоюют мир. Коты побьют по популярности любой креатив, любую группу авторов. Дорогие друзья, мы хотим вручить награды. Я не знаю, насколько... Вы же уже получили премию Рунета, если не ошибаюсь. То есть вы уже достаточно титулованные люди. Но, тем не менее, таких наград у вас нет. Ордена «Большая разница» Андрею Бочарову. Спасибо. И Максу плюс 100-500. Спасибо большое, друзья. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Разница!